коллективов, работающих в жанре казачьей песни, немало. В нынешнем фестивале участвует больше 20 ансамблей из различных регионов. Есть и представители нашего города. Казачий круг уже не первый раз в конкурсе армейской песни. Этот конкурс для нас прежде всего это удовольствие, да, исполнить те песни, которые не стареют, которые с каждым годом все актуальнее и актуальнее. Потому что это прежде всего, скажем, родина, это прежде всего воспоминания о былой славе и о славе сейчас. Песня на самом деле, она объединяет людей во всем мире. С каждым годом фестиваль приобретает все большую популярность, становится не только заметным событием в культурной жизни курортной столицы, но и очередной ступенькой в развитии музыкального творчества артистов. Фестиваль армейской песни продлится до 17 апреля. Концерты пройдут в Зимнем театре, а в субботу на площадке парка Ривьера. Запланированы и выездные концерты участников в воинских частях и здравницах города. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.